С 8 утра на 22 избирательных участках Кашхабльского района начались выборы 2021 года. За три дня свой голос в поддержку депутатов Госдумы Российской Федерации и Госсовета ХАСа Республики Адыгея должны отдать 21 802 жителя района. На каждом избирательном участке функционируют и выездные избирательные комиссии, которые выезжают к людям пожилого возраста и заявившим желание проголосовать дома. Прозрачность выборов обеспечивают более сотни наблюдателей, общественную безопасность, представители правоохранительных органов, на страже здоровья, медработники и меры Роспотребнадзора. Одним из первых в районе на своем избирательном участке в селе Натырбово проголосовал председатель Совета народных депутатов Кашхабльского района Александр Брянцев. Завершилась очередная пятилетка, которая была насыщена разными событиями, неожиданными поворотами, новыми вызовами. Вместе мы пережили труднейший 2020 год. Сегодня мы на пути к победе над пандемией, восстановлению нашей экономики, улучшению социальной сферы. Сегодняшние выборы – это ворота в наше будущее. Каждый из жителей района понимает, что его голос – это вклад в будущее страны, будущее республики, отметил Александр Валентинович.